Добрый вечер, Каушаны. Многие кандидаты обещают дороги, в каждом селе обещают канализацию, водопровод, обещают большие зарплаты и пенсии. Но никто не говорит о том, что ни одна страна в мире не может существовать, если в этой стране нет серьезных производственных мощностей. Без жесткого вмешательства, без того, чтобы жестко дать в морду коррупции, как я говорил 27 августа, мы в стране ничего не добьемся. Мы сегодня теряем молодежь, мы теряем граждан нашей страны, у которых есть выход только один – это покинуть страну и искать лучшую жизнь либо на стройках Российской Федерации, либо в странах Евросоюза. За коррупцию высших эшелонов власти срок заключения от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества. И вот это, поверьте мне, бы просто бы зародило бы такой страх. Начиная депутатами, они бы не продавались так свободно. Они бы реально понимали, что за любой, скажем так, прокол можно отъехать на 15 лет, еще отнимут все у всех родственников. Как говорил Ли Кон Ю в Сингапуре, если хочешь побороть коррупцию, посади своих трех хороших знакомых. Они будут понимать, за что сидят, а ты будешь знать, за что ты их посадил. И вот так, поверьте, разберемся. Я заставлю всех в этой стране чтить и уважать закон. Я сделаю все зависящее и независящее от меня, чтобы хоть как-то вернуть доверие гражданам к руководству страны, потому что за последние 30 лет они его потеряли. Если бы жители Левого берега увидели, что здесь повысились пенсии, зарплаты, не надо носить кульки в суды, у нас не произошло ничего для того, чтобы правый берег стал привлекателен для левого берега. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.